Так, вы там говорили Слидана посмотреть, да? Ну-ка. Культура нового времени, это вот этот видос? Знаете, как я вижу всех этих дегенератов, которые постоянно используют новомодные слова по типу флекс или кринж, как прогрессивных людей, которые не боятся идти в ногу со временем и развивают нашу культуру. А если так сложилось, что вы отстали от жизни и не понимаете современный сленг, то не отчаивайтесь. Это видео специально для вас. Выход на новый культурный уровень нужно начать с критического обновления своего внешнего вида, поэтому сперва необходимо пополнить гардероб. Это бы мне и правда не помешало. Кстати, никогда не ходил в секонд-хенд. Как думаете, стоит? Советуете, нет? Ебат. Это же неплохие шмотки там продают. Мод. Ебать! Я тоже так умею, алло! Я тоже червяк. Хочу, давай, давай, вместе. Это стиль червяка называется. Не пью. Которого кусают муравьи. Я на Урале, я так делал, когда был пиздюком. Типа, я находил червяков или каких-нибудь гусениц и бросал их в этот, в муравейник. И, короче, муравьи на них, ну, набрасывались. И в итоге... И они вот так вот начинали делать. Да, да, ну а что? Пофлексим? Флекс. Полисемантический, многозначительный термин, который широко применяется в современном молодежном сленге. Да ладно, не плакайте, ну. Пофлексим. Флексить. Танцевать. Прыгать под трек с качающим битом. Да, я не понял. Странный видос какой-то. Не пофлексим, а пофлексим. Алло, не шарят они нихуя на самом деле, выебываются больше. Йоу, брателла, чё, как твое ничего, ебой. Я тут немного зелени. А будет шутка про рэп? Вот прикупил себе кофту Stone Island за 40 тысяч. Фух. Айфон видел? Кстати, хочу стать великим музыкантом, и я лучше, чем ты. Воу-воу-воу, вот это ты флексишь, братик. Флексить. Понтоваться своим материальным положением. Показывать свои амбиции. Считать себя лучше так других. Что такое флексить-то, блин, я не понимаю. Понтоваться или танцевать? Сложно. Етит засрал хату, а? А это кто, блин? Е, здорово, Сли. Чё, как поживаешь? Есть ли новости по житухе? Да, здорово, Васян. У меня есть канал на ютубе, я популярный. 100 рублей видел. Фу, а, ещё... а, многозначительный термин? А. Презервативы купил, ночной хранитель, 3 штуки. Это чтоб ты понимал, что меня сегодня в натуре ждет секс. А я не знал, что ты низкий флекс. Низкий флекс. Немодный, небогатый человек, который выглядит как люмпен. Человек, перебивающийся непостоянными заработками это и не имеющий своей это собственности. Я не человек, я собака, но мне пихут. Это я. Зачем вы меня заставили смотреть это, ребят? Просто почему и зачем? Чувак, хватит флексить. Достал уже. Флексить. То же, что и смеяться. Ну что, я пойду в ночной клуб, буду флексить шмотками. Давай, Сли, только чтобы без кринжа. Кринж. Полисемантический термин, который широко применяется в современном молодежном сленге. Это типа говно. Обобщенно ассоциируется со стыдом и негодованием. А, ну это мои стримы. Так и надо назвать просто. Переименовать канал мне недавно админ Твича предложил, говорит... Хочешь себя Хесусом назвать? Просто Хесус, чтобы было. Я передумал, назову свой канал Кринжа ВГН. Мне пихуй. Не о чем. Вам же стыдно смотреть эту хуйню, да? Хотя, опять же, если так-то подумать, я-то не виноват. Это видосы такие, которые я смотрю, а не я такой. Да, он в чате пиздец. Написал кто-то в чат. Да ладно. А как ты? Откуда такие выводы? Охуел классный видос. Так нет, я не про этот видос говорю. Видос классный. Причем тут вообще это?
Я в общем, я обобщаю, понимаете, да? Я же не только это видео смотрю, я иногда рэп слушаю на стриме. Сука, что до слез нахуй. Блин, а где здесь клубешник? Ну и кринжовая ситуация получается. Ой, ебать, собака. Ой, это я, ребят. А вы говорите, я с Линком поругался. Нихуя, вот я сидел там, да. А я и забыл, это же давно было, месяц назад. Они только сейчас смонтировали. Это я был, да. Посмотри, как я пью чай. Как тебе? Вася, ну это полный кринж. Смотри, как надо. Кринж – оценочное суждение, обычно подразумевает под собой неодобрение. Блин, меня в натуре кринжуется этой реальности. Не мир, а какая-то залупа. Ладно, давайте перемотаем, да? Наконец-то можно нормально починить. Затянуть видос. Пароль. Мы с ребятами флексим и кайфуем. Нормально отжигаем и не кринжуем. Йоу, братик, ну что, нормально почилил на пати в клубе? Да блин, полный фейл, кринжанул по максимуму, забыл, что мы живем в поле, брат. Ууу, кринж! Кринж! Ну что, ребят, почилим? Ладно, ясно, короче, понятно.